Брат, каждый день завозят людей в РОВД и пытают, потом продают их родственникам, делают тему. Стукачи везде там издают людей за копейки. Ва алейкум ассалям ва рахматуллах. Это то, что у них называется результатом. Я вот, кстати, последнюю публикацию смотрели, да, наверное, у меня в Телеграме. Кстати, кто не подписан, в Телеграм подписывайтесь. Ссылка есть в описании. И с Урус-Мартановского района были похищены молодые люди. Вот я незадолго до начала эфира я получил это сообщение. Зачитаю его прямо сейчас в эфире. Тумсо, про похищенных граждан из Урус-Мартановского района. После того, как ты выложил про это в Телеграм, их привезли в Урус-Мартановский РОВД и родственников уведомили, что они у них. Сказали, что забрали, чтобы проверить, и их выпустят. Но на самом деле они очень жестоко были запытаны. У Утапаева виситы, они сломали челюсть. Другие ребята тоже очень сильно запытаны. Они еле могут ходить. Против Ахмаева Магомеда и Топаева Висхи они сфабриковывают уголовные дела, что они якобы собирались уехать в Сирию. Все знают, что война в Сирии давно уже не на таком этапе, чтобы туда ездили люди. Они же сами говорят, что они уничтожили там всех. Томсо, я не знаю, что нам делать, что надо делать, но точно знаю, что нужно что-то сделать. Я прошу Аллаха принять от меня то, что я сделал, хотя бы это, то, что я написал тебе. Люди не пишут тебе, боясь за свою жизнь. Но если завтра меня похитят, я хочу, чтобы кто-то старался мне помочь. В Урус-Мартане в РОВД есть 13-летний парень из Аргуна, которого задержали из-за того, что он поставил лайк на твою публикацию. В Чечне идут массовые похищения. Я не могу понять людей, почему они не пишут тебе, почему не оповещают. Поймите, люди, они похищают наших граждан, потому что мы молчим. В общем, важная информация из этого сообщения была то, что эти ребята, они находятся в РОВД, они запытаны. Я надеюсь, что эта история закончится по-доброму, иншаллах. К сожалению, мы никак не можем этим людям помочь, кроме того, что мы придаем эту тему огласке. Мы больше никак не можем им помочь. И те люди, которые находятся у них в руках, они, по сути, сейчас абсолютно лишены всевозможных прав, и над ними издеваются, как только могут. Да поможет им Всевышний Аллах. Кадыровский лизун. Тумсо, если Кадыров или любой другой чеченец станет у руля в РФ, он будет предателем или станет героем? Навальный, он, наверное, хотел написать. Навальный, придя к власти, не даст свободу, но абсолютную автономию в пределах РФ. Это будет приемлемо для нас. Ты называешь Сладкова явным врагом, причем постоянно. Он всего лишь журналист. Ты чё, блин? Так, по поводу первого вопроса я его просто проигнорирую. Как бы не имеет смысла говорить о каких-то нереально заоблачных вещах. Это первое. А, нет, это не первый, прошу прощения. Первый вопрос был по поводу этого. Чеченец станет у руля в РФ, он будет предателем или станет героем, ты говоришь. Ну, допустим, был такой человек, Хасбулат, точнее, есть этот человек и до сих пор, Хасбулатов Руслан. Во время СССР он был вторым, по-моему, человеком на тот момент в стране. Если бы не он, а ну, не Ельцин, а он, допустим, стал бы президентом, был бы он героем для чеченцев. Тут все зависело бы от того, как бы он себя повел. От этого бы все зависело. Так, в целом, та ситуация, которая была тогда, и ситуация, которая сейчас, они, ну, это разные как бы вещи. Немножко в ином положении мы сейчас находимся, в состоянии явной войны, там, и поэтому я не могу так однозначно на этот вопрос ответить. Но все зависело бы от того, что сделал бы этот человек, какие он предпринял бы действия в отношении Чечни и чеченцев. От этого зависело бы, кем он для нас будет. А вот по поводу второго вопроса, придя к власти, Навальный не даст свободу на там абсолютную автономию и так далее. Вот это no comment, я не знаю. Вот по факту будем как бы смотреть.
Если он придет к власти, тогда будем говорить уже, что там, что он готов он дать, что он не готов дать, какие будут дальнейшие действия. Я еще несколько лет назад, находясь в Грузии, тогда обозначил свое положение, свое отношение к Навальному. У меня есть отдельный ролик, где я говорю, что к нему, к Навальному отношение как к борцу с коррупцией одно, и там респект. Навальный как политик, к нему отношение другое. И тут вопросы. В зависимости от того, какими будут ответы на эти вопросы, от этого будет зависеть отношение к Навальному. Но как бы там ни было, я думаю, что хуже, чем сейчас, уже, наверное, не будет. Я надеюсь, по крайней мере. А что касается Сладкова, он всего лишь журналист, ты говоришь, можно быть просто журналистом, объективным и как бы непредвзятым. И в этом случае ты будешь просто журналист. А Сладков это не просто журналист, это именно военный обозреватель, человек, который занимается военной пропагандой. И он явный враг. Тумсо, ассаламу алейкум. Если бы ты мог повернуть время вспять, что бы ты выбрал? Не встретиться с Исламом К. и продолжать жить и работать в оккупированной республике, либо стать знаменитым блогером и заниматься полезной деятельностью, открывая людям глаза на происходящее вокруг. Ва-алейкум ассалам, Тимур Тимуров. Я не буду отвечать на вопросы, которые нереальные, не имеют никакого смысла делать подобные предположения. Я лишь тебе скажу, что я ничего менять в своей жизни не стал бы. Ну, не считая там каких-то грехов совершенных, но, конечно, я бы хотел бы исправить эти моменты. Но то, что предписал мне Всевышний Аллах, каким образом он предписал мне мою судьбу, я всем этим доволен. Хвала Аллаху, и ничего из этого менять я не хочу. Тумсо, идея установить камеры во дворе просто гениальная. Как мы раньше не задумывались. Установить камеры, чтобы запись шел директ на защищенный сервер, доступ у которого будет у работника мемориал или что-то подобное. Слушай, это было бы вообще, конечно, круто, если бы так это организовать, но это определенная сложность. Нужно постоянный доступ к сети там. Ну, в общем, это проблемно. На самом деле сейчас было бы круто, если бы просто люди по возможности устанавливали бы у себя во дворах вот эти вот камеры. Это не что-то там шпионское, это обычные камеры видеонаблюдения. Они сейчас очень доступные. Их можно очень дешево покупать. У меня стоят, всегда я как бы забочусь о своей безопасности, у меня стоят эти камеры, их можно купить там за 1000 рублей, даже за 500-700 рублей можно купить, можно подороже за 3000 там и так далее. И это очень удобно у человека на компьютере или где-нибудь на каком-нибудь гаджете постоянно сохраняется информация с этой камеры, весит эта информация немного. И как минимум, они бы, да, конечно, они начали бы как-то осторожнее, там, осторожнее пытаться найти это, увидеть камеру, но в любом случае было бы больше шансов на то, чтобы мы смогли бы предъявить доказательства похищения, и это их бы останавливало. Поэтому я призываю всех, как бы, задумайтесь об этом. Потратьте эти деньги, которые там один раз в кафешке мы садимся и тратим эти деньги. Закажите на AliExpress себе эти камеры, установите, и уже это будет хоть какая-то причина, благодаря которой, быть может, облегчится жизнь наших сограждан в нашей республике. Житель России. Тумсо, привет. Ты часто произносишь «Россия оккупант». К простым жителям России у тебя такое же отношение? Спасибо, удачи. Конечно, нет, житель России. Простые жители России, обычные граждане, к ним отношение как к обычным гражданам. Когда мы говорим о России, мы говорим о государстве, мы говорим о ее государственной политике, о ее армии, о ее политической верхушке. Об этом идет речь. Это не значит, что каждый гражданин России, человек с российским паспортом, теперь несет ответственность за все преступления. Конечно, нет. Здесь будет правильно сказать, что есть как бы есть косвенная ответственность, есть непосредственно. По-моему, Явлинский говорил, что мы все типа несем ответственность, все граждане России, мы несем ответственность за Донбасс, там, за Крым, он говорил. Он отчасти он прав. И да, как бы, конечно,
Есть эта ответственность, но она не непосредственная. Это не значит, что за конкретное преступление теперь можно спросить с любого гражданина. Нет, но это в целом каждый гражданин России как бы должен чувствовать на себе какую-то долю вины за то, что происходит. Это вот как аналогию можно провести с тем, что вот родственник, допустим, мой, совершил ДТП, и по его вине погиб человек. Это не значит, что мы теперь не должны чувствовать какую-то ответственность перед родственниками погибшего. Это наш родственник, и мы все находимся в положении, когда нам как бы нам стыдно перед пострадавшей стороной. Всем нам. Почему? Хотя мы как-никак не причастны к его вот этой вот преступной ошибке, приведшей к этому несчастному случаю, да, к смерти. Мы не несем прямую ответственность. Эти люди не могут с нас спросить, прийти и убить там нас, наказать нас за это. Они не могут. Но мы чувствуем на себе долю этой ответственности, так как это наш человек, это наш родственник. То же самое работает и в вопросе российских граждан. Никто не несет непосредственную ответственность за преступление. Но в то же время россияне, конечно, должны на себе чувствовать вот эту вот вину какую-то. Да, чувство вины оно должно быть.